Ребят, всем привет! Авторынок «Зеленый угол», вещаем. Прогноз погоды. Минус 19, жутко холодно. Знаю, будете писать. У нас минус 30, у нас минус 40 и так далее и тому подобное. Народ, у нас климат, у нас ветер, блин, реально. Вот у нас, вообще зимой у нас температура держится, средняя температура минус 9, ну, 8-10, да, градусов. Нормально, ну, когда ветер холод, а когда у нас минус 20, минус 19 и дует ветер, это просто жесть, да, с нашей влажностью. Ну да ладно, мы как Дед Морозы оделись потеплее и вперед на авторынок. Короче, народ, задумка такая, до Нового года снять весь рынок, то есть зайти на каждую стоянку, посмотреть цены, посмотреть наличие автомобиля, да, то есть запомнить, сколько стоят автомобили и посмотреть, как у нас с вами поменяется цена в следующем году. Понятно то, что там 2 числа она не поменяется, но тем не менее. Будут такие, наверное, видео минут по 10, по 15, но постараюсь до Нового года зайти на каждую стоянку и снять видео. Следующий момент. Начинайте задавать вопросы. Когда работает, вообще вот, когда работает авторынок? Берем новогодние праздники. Рынок 1-2 января. Рынок не работает, дальше рынок работает. У нас нет такого, то что у рынка есть какие-то выходные, ну вот за исключением Нового года. Рынок работает каждый день, там январь, февраль, март, апрель, июнь и так далее. Еще один момент, когда лучше приезжать за автомобилем? Да приезжать за автомобилем можно, да без разницы когда. Автомобили, они всегда есть, то есть они, вот так вот, постоянно возятся. Но если вы не приезжаете за автомобилем, а заказываете автомобиль, то, конечно, к Новому году проблематично с доставкой. Прям проблематично. Тем более сейчас, ну, к концу года, вот именно в этом году, реально проблема с доставкой, потому что, ну, если в двух словах сказать, да, не хватает транспортных компаний, не хватает автовозов, потому что народ реально покупает автомобиль. Покупает, и все больше людей начинают покупать автомобили именно дистанционно. И сейчас, к Новому году, те же самые водители, да, фур, которые едут, многие сюда просто не едут, потому что они хотят Новый год отметить с семьей, да, потому что Новый год — это все-таки семейный праздник. Поэтому в данный момент с отправочкой, ну, проблематично. Точные сроки, конкретные сроки вам никто не скажет. Ладно, я вам напоминаю, проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Если вы хотите, чтобы я для вас проверил автомобиль, заходите на сайт drom.ru, копируйте ссылочку, скидывайте мне, я для вас его проверяю. А зачем копировать ссылку? Да? Многие, там, Саня, я тебе скинул номер телефона. Друзья мои, может получиться так, то что у продавца там два автомобиля, да, или три автомобиля, может произойти какое-то просто недопонимание, и для вас будет осмотрен не тот автомобиль, поверьте. Это уже, ну, есть у меня такая статистика из практики, да. Скопировать ссылочку, в принципе, сложно, в этом абсолютно ничего нет. Начнем мы с вами со стоянки, которая называется «Диамант». Она, друзья, тоже такая неприметная. Если смотреть с центральной дороги, это конец авторынка, 11-я стоянка с левой стороны. А стоянка «Диамант» находится с правой стороны, как бы под пригорочком, да, поэтому не каждый ее увидит. Короче, смотрим цены, запоминаем, будем сравнивать в следующем году. Посмотрим, что у нас здесь есть. Итак, это Toyota Corolla Fielder, автомобиль 2016 года выпуска, автомобиль 4WD. Установлена зимняя резина. Туманок нет, туманки можно самому поставить. Есть повторители. 857 тысяч рублей. Также возвращаюсь немного к теме. Да, туманки, ветровики, камеры заднего вида. Друзья мои, вы покупаете автомобиль, а не камеру заднего вида с туманками. Это все можно поставить здесь самому.
Не факт, если вы видите автомобили, если вы видите туманки на автомобиле, что они японские. Да, конечно, японские они лучше. Но поверьте, очень много таких экземпляров, ну, в плане туманочек, да, и травячков устанавливается уже здесь. Буду ходить искать цены. Видимо, автомобили вот эти вот недавно пришли, потому что они еще такие, видите, грязные стоят, не намытые, не начищенные. Сейчас они будут приводиться в порядок. Кстати, Adeha, мало таких автомобилей вижу. Honda Stream тоже довольно такие, становятся уже редкие экземпляры на авторынке. Ценника пока здесь не вижу. Стоит Toyota Passo, автомобиль тоже 4 ВД. Актуально в зиму, установлена летняя резина. Автомобиль на климате 465 тысяч рублей. Вот, кстати, кто-то недавно спрашивал у меня про пасиков. Сколько стоят пасики? Ну, как видите, комплектация хорошая, но это, ребят, это старый кузов идет. Автомобиль хороший, надежный, реально практичный, несмотря на маленький внешний вид. Места в нем довольно много. Рядом стоит Daihatsu Terios Kit Turbo. Автомобиль 2009 года выпуска, стоимостью 450 тысяч рублей. Зимняя резина, штатное литье. Такие автомобили, Териусы, Джимики, Паджерики. Друзья, смотрите, чтобы они не были ржавыми, смотрите, чтобы они не были гнилыми. Еще раз вернусь к теме. Вот я подошел сейчас, снял вам данный автомобиль. Народ, я не знаю, что с ним. То есть я его не проверял. Любой автомобиль нужно проверять. Посмотрите, как красиво, да? Так, Toyota Corolla Fielder. Как видите, это пробежный автомобиль. Лежит аукционный лист. Гибрид, 16-й год. Стоимость здесь не указана. Аукционный лист лежит 4 балла. Что касается аукционных листов. Если прошло 3 месяца с момента покупки автомобиля в Японии, аукционный лист открывается уже платно. Кстати, кнопка ГЛОНАСС постоянно. Так, цена. Цены у нас здесь нет. Кнопка ГЛОНАСС. Смотрите, еще один стрим. Если машина привезена на физлицо, на дальневосточника, нам кнопка не нужна. Вы машину покупаете у дальневосточников. Если машина везется на юрлицо, то кнопка ГЛОНАСС идет в обязательном порядке. Все автомобили спокойно встают на учет. Проблем никаких не возникает. Летняя резина, 16-й год, стоимость автомобиля 425 тысяч рублей. Suzuki Swift, 15-й год, пробег 55 тысяч, аукционная оценка 4 балла, стоимость 730 тысяч рублей. Вот взять Swift, взять Passic, да? Ну, такие, с виду вроде одинаковые автомобили. В пасеке места намного больше, намного. Ладно, следующий у нас стоит такой рабочий автомобиль, тоже хороший, надежный. Probox Succeed. GL комплектация 750 тысяч рублей. Автомобиль 2018 года выпуска. Посмотрим, что у нас стоит с этой стороны. Обратили внимание, на данной стоянке много кейкаров. Прям много. Daihatsu Mira. Самый дешевый кейкар. Три двери. Автомобиль еще и 4 ВД. Рублей, наверное, 350 он стоит. Могу ошибаться. Daihatsu Move. Модный такой. 17-й год, 4 ВД. Посмотрите, как он смотрится. Штатные литые диски, обвес. Такая массивная решеточка. Агрессивно смотрится. Итак, Turbo, полная комплектация. Не указали цену. N-Box, простенькая комплектация. Высокая крыша. Мне это очень нравится. Очень много места в автомобиле. Не просто много, а очень много. Танта.
Honda N-Wagon, 16-й год, стоимость 500 тысяч рублей. Серый цвет самый практичный, ну такой, темно-серенький. Зима стоит, установлена. Subaru Trezza, Toyota Raptis. Полностью одинаковый автомобиль. 11 год, 1,5 литра. Максимальная комплектация S. 715 тысяч. 715. Еще один N-Box. 18 год. 655 тысяч. Suzuki Hustler. Немного такой больной стоит. Подлечить его нужно будет. Так, ну здесь у нас цены. Здесь у нас цены закончились. Daihatsu Move. 16-й год. 450 тысяч. Hi-Jet. Так, не знаю, сколько он стоит. Honda N-Wagon. Пятнадцатый год. Турбо, 64 лошадиные силы, 465 тысяч рублей. Еще один Daihatsu Terios Kit. Четыреста две тысячи. Все автомобили, которые стояли с ценой на данной стоянке, снял. Видео будут небольшие, коротенькие. Постараюсь взять максимально рынок. Максимально. Бонго. Семнадцатый год, 4 ВД, стоимость 440 тысяч. Раньше вот эта стоянка была забита просто бонгами, ванетами. Дорого, дорого сейчас везти автомобиль. Но, тем не менее, везут. А почему везут? А потому что есть спрос. 16-й год, 409 тысяч. Машины на авторынке есть. Есть выбор автомобилей. О, распилили кого-то. Центральная стоянка называется Яма. Посмотрите, вся забита машинами. Абсолютно вся. То есть выбор автомобилей на авторынке действительно, действительно есть. Такое у нас видео получилось, чуть больше 10 минут. Ребят, на сегодня будем заканчивать. Напоминаю, проверка автомобиля у меня стоит 2000 рублей. Чтобы заказать проверку автомобиля, копируйте ссылочку, скидывайте мне. Я созвонюсь с продавцом, договорюсь о встрече. Мой телефон указан под каждым видео в описании канала. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Всем хорошего настроения.